Я хочу представить, это Атанас, мой товарищ. Как-то так получилось, мы случайно познакомились в отеле «Наслада». Вот, прекрасный отель. Атанас оказался очень интересным человеком, художником. Спасибо. Очень интересные работы делает. Жаль, конечно, что через интернет их нельзя продавать. Потому что вещи не просто на холстах, а специальная технология, которая, так сказать, очень хрупкая для перевозки через нет. Что-то я все в продаже ударяюсь. Ну, вот у нас не очень понравился как собеседник, тоже очень много общего у нас. Наверное, ровесники с какого? Я с 56-го. Что? Я с 56-го года. А, у меня, я старше. Ну, с какого? Я родился с 48. А, 48. Ну, хорошо. Спасибо. Так что, я... Это мой третий приезд в Болгарию. Вот. Балчик самое лучшее место, потому что я тут таких хороших товарищей. Спасибо.